Кожвенотделению Ноябрьской ЦГБ 25 лет. Его существование в Ноябрьске, об этом говорит статистика, необходимо. За последние годы в городе значительно выросло число больных инфекциями, передающимися половым путем, такими как хламидиоз и уреаплазмоз. И хотя эти инфекции можно лечить амбулаторно, многие предпочитают оформиться в кожвенотделение, чтобы бесплатно получать всю лекарственную терапию. Надо сказать, что это отделение одно из уникальных подразделений Ноябрьской ЦГБ, потому что здесь тесно сплетены амбулаторные и стационарные службы. Это очень важно, потому что пациента, который обратился в поликлинику, при острой необходимости можно тут же госпитализировать. В отделении внедрены самые передовые методики лечения. Планируется приобретение аппарата светолечения для больных хроническими дерматозами. Сейчас таких пациентов вынуждены отправлять в Екатеринбург и Тюмень. Однако очень скоро медицинскую помощь людям с таким диагнозом будут оказывать на месте. У нас есть еще очень интересная служба, участковая служба, эпидемиологическая, да, она называется, эпидемиологическая служба, по эпидгруппа по розыску контактов и привлечению к лечению. И, соответственно, особое внимание делается на сохранение медицинской тайны не только пациентов венерического кабинета, но и пациентов, посетителей дерматологического профиля, и в том числе пациентов, которые лечатся в нашем стационаре.